Когда одному из пассажиров бизнес-класса стало плохо, и бортпроводники по громкой связи объявили, что требуется помощь врача, Константин вместе с коллегой незамедлительно откликнулись. Молодой мужчина лежал в проходе без сознания, белый, мокрый, с давлением 60 на 0. Первые меры – ноги вверх, кислород, и через 5 минут давление уже повысилось до 80 на 40. Стал немного разговаривать. В тот момент стало понятно, что это не просто обморок, а что-то более серьезное. Слава богу, на борту оказалась аптечка приличная, но ее имеет право вскрывать такой врач пломбу. Там с минимальным набором всех медикаментов, лекарств, плюс кислород, со всеми делами. В общем, понятно было, что он непростой и что это не просто обморок. Вот, и несмотря на 29 лет, да, так сказать, ситуация такая непростая. В течение часа, а именно столько оставалось до посадки в Екатеринбурге, врачи поддерживали состояние мужчины. Сами говорят, что очень повезло с персоналом. Стюардессы волновались, но работу выполняли четко. Командир обеспечил бережную посадку, а пассажиры бизнес-класса вынесли пациента из самолета на руках и передали сотрудникам скорой. Позже стало известно, что пациента перевели в кардиодиспансер с диагнозом инфаркт миокарда. Сейчас его жизни ничего не угрожает.